зовут Татьяна, и сегодня на моем канале будет видео, из названия вы уже поняли, будет полезное видео, но чтобы вас не оставлять как бы без бонуса, так скажем, я обязательно вам покажу сегодня то, что я связала. Только не смейтесь. Да, то, что я связала, то, что я вяжу, и покажу вам сегодня, потому что до Нового года осталось всего лишь 2 дня, и боюсь, что это видео последнее в этом году, оно выйдет до Нового года, ну а потом уже покажу вам готовую работу, потому что в целом мне показать вам особо нечего, просто развела процессов, а так, в принципе, показать вам особо готовых работ не могу, потому что их не очень много, то есть 1 штука. В общем, да, давайте начну. Прежде чем начать, хочу вас поздравить с Новым годом, с наступающими праздниками, пожелать вам, я не знаю, ну, обязательно здоровья я хочу, чтобы в ваших семьях была приятная, дружеская атмосфера, чтобы вы никогда друг с другом не ругались, а если ругались, то сразу же мирились, и здоровья вам, вашим детям, вашим близким, вашим родным, пусть этот год принесет вам то, чего вы очень сильно желаете, пусть приведет вас к какой-то определенной цели, которая в вашей голове созрела, к которой вы стремитесь. Побольше путешествуйте, в общем, всего побольше желаю, чтобы хоть какая-то доля из того, что я желаю, кто-то еще вам желает, обязательно исполнилась, потому что в нашем мире таком трудном и жестоком не хватает чуда и добра. Вот, я вам этого желаю, вам очень желаю какого-то чуда, исполнения какого-то интересного чуда. И себе я, кстати, этого тоже желаю, потому что у меня планы, да, наполеоновские. Так, что я вам покажу? Давайте сразу я вам покажу готовую работу. Это мои носули. Я такая счастливая, что я их связала, честное слово. Я в Инстаграме, ну, запостила, правда, 2, наверное, фотографии, но я вообще, я от них в восторге, потому что это мои, как я уже написала, первые осознанные носки. Я где-то в 2000, наверное, первом или втором году вязала уже носки, и эти носки, в общем, куда-то они делись, естественно, когда я уже эмигрировала, так скажем, то я уже их не знаю, где они делись. Потом, спустя какое-то время, я забыла, как вязать эти носки, потому что, ну, там, сами понимаете, очень много всяких манипуляций, не трудных, но таких. Для молодого мозга это, видимо, было очень как-то трудно воспринять и в себя вложить, и там же и оставить, но нет. Потом у меня были попытки, вот уже поняли, да, 2017 год и 2001 или 2002, это уже сколько времени прошло, сами понимаете. И вот эти мои первые носочки, я так ими довольна, вязала я по мастер-классу, да, это был не мастер-класс, это было, был типа совместный проект в Инстаграме девушки Маши Тарасовой. Маша Тарасовой, она проводила совместник, свяжи там носок вместе, что-то такое. И я подписалась, и я, в общем-то, не участвовала, но я следила за этими постами, следила и думала, что я обязательно свяжу носки. Так оно и произошло. Ну, потом я уехала в отпуск, носки у меня были на стадии от судова до судова связаны. Как это называется, не знаю до сих пор, вот, и потом я приехала домой, быстренько довязала, я такая счастливая, прям не могу. Во-первых, эти носочки очень тоненькие, они связаны из пряжи, сейчас я вам точно скажу, это называется Crossbred Бразилии от Пихорки, в 100 граммах 50 метров, 50 шерсть и 50 акрил. Они тонюсенькие, тончайшие, то есть их можно надевать в сапожок, они теплые. Что еще про них рассказать? Достаточно аккуратно сделаны, несмотря на то, что это я их вязала. Единственное, когда вот набирала по краю, да, вот здесь видно, наверное, лучше, неравномерно я петли набрала, то есть где-то вот гуляют, где-то я набрала чуть дальше, где-то чуть ближе. Вот, дырочек нет. Вот в клиньях в этих, в принципе, ну,
на мой взгляд, это, в общем-то, не дырочка. Вот такой вот узорчик. Боже мой, они у меня... Я их взвешу, обязательно вам подпишу, потому что сейчас в данный момент я не знаю, что, сколько они весят, но они вообще невесомые. И еще такой нюанс. Здесь я бы набирала другим способом, не знаю, итальянским или нет, что итальянский тоже, он такой какой-то чересчур эластичный, наверное, хотя, может, итальянским тоже хорошо. Я подсмотрела в книжке Штефани ван дер Линден о том, что есть еще двойной скрестный набор, по-моему, называется. И я уже на вторых носках, которые я вам еще покажу, они, я уже этот набор применила. Они на меня налазят все, но они вот максимум вот так вот растягиваются. И боюсь, что когда-нибудь вот эта вот часть может порваться. Вот, они такие классные, я делаю честное слово, не знаю, для вас, наверное, носки, ну что носки, вязали вы носки, наверное, 1000 миллионов раз эти носки, для меня эти носки как, не знаю, первенец для молодой мамы, я не, тут честное слово. Вот, что еще про них рассказать, ну вот такой узорчик, скрещивала в одном ряду, получается, в одну сторону, две петли, потом несколько рядов вязала просто лицевыми, и это раппорт, да. Следующий ряд, где нужно скрещивать, я уже скрещивала в другую сторону. То есть в одном ряду набор вправо, через несколько рядов перекрещивание идет влево. Показываю вправо, но вы поняли. Я нашла книжку, вернее, я не нашла книжку, я нашла этот двойной скрестный набор. Он находится на странице 39. Если у вас вот такая книжка есть, да, то этот набор называется двойной скрестный набор, и он находится на странице 39. Повторяю еще раз. Так, что еще я связала? Я еще связала гнома в рамках нашего бабского радио. Бабское радио проводит у нас Лена Котикова. Все ссылки оставлю внизу на Лену Котикову, на хэштег бабское радио, на хэштег бабский гном, на хэштег бабский Санта. Обязательно посмотрите. Мы еще участвуем в таком... как это сказать, это не конкурс, это обмен подарками, называется «Секретный Санта». Ну, вы знаете, да, вам дают человека, которому вы должны отправить подарок, а этот человек отправляет подарок какому-то другому человеку. Наверное, это так работает, честно говоря, у нас так проводится этот обмен. Вот, и я уже отправила свой подарок, моя одариваемая получила подарок, я жду подарок уже от девчонки, которая живет. Не буду говорить, где, вдруг она смотрит. Вот. И это даже не Россия. Да. В общем, с нетерпением жду. Осталось 2 дня. Надеюсь, что до Нового года я получу и положу это все под елочку. И буду в Новый год открывать. В общем, это так трепетно, это так, так приятно. И девчонки, вот вы можете по хэштегу пройтись и посмотреть, какие девчонки получают подарки. А, да, и гном. Этот гном мы связали, ну вот, связали просто новогоднюю такую игрушку. Он получился симпатичный у меня. Я вязала его в отпуске, и вот у меня были там всего лишь такие вот оттенки: серый, голубой, и в общем-то и все. Серый, голубой и темно-серый. Я его оставила маме, он ей подходит по гамме игрушек. Сейчас я вам ставлю небольшое видео, небольшую фотографию, наверное, что-то вставлю обязательно, и вы посмотрите, как он красиво смотрится. Свяжу еще один, но я поняла, что игрушки крючком, вот это вот мелкое, это не мое. Я эти носки вязала поначалу, конечно, когда набирала, и вот эта вот вся резинка, мне вот не терпелось уже скорее поступить в пятки или чему-то, вот не люблю я мелочь, но потом как-то пошло, и все классно стало.
Еще я поняла всю прелесть вот этого вот блокатора для носок. Он, конечно, носки делает прелестными. Я не знаю, какие они бы получились, если бы у меня не было такого блокатора. Но он у меня есть уже, слава богу. Я так связала такие носки. Я же говорю, эти носки мои любимые, я не перестану повторять. Тут что-то. Но они, кстати, чистые, если что, там, если какой-то. Есть у нас не любитель грязных носок, или у него никогда их не бывает, то, поверьте, они чистые. Так, дальше давайте про процессы расскажу, потому что у меня тема такая животрепещущая. По названию видео вы уже поняли, о чем я хочу сказать. Возможно, вам это будет неинтересно. Если неинтересно, то это видео будет как бы состоять из двух частей. Полезное и приятное. Что для вас полезно, что приятно, решайте вы сами. Следующее, ну, самый новый процесс, который я вам покажу, это носки. Ну, они еще на стадии резинки, вот. И здесь этот набор выглядит вот таким образом. Я очень надеюсь, что камера сфокусировалась, да? Это вот эта часть, которую вы видите как лицо, да, это у меня изнанка. Потому что там написано, что там две стороны, одна такая. Что я вам рассказываю? Я сейчас все покажу. Какая страница? 39-я, правильно. Запомнили. Вот посмотрите. Ой, книга тяжелая. Видите, там справа такие большие, как бы такие, как будто бы снятая петля или как-то обернутая петля. И рядом вот такой набор, который я вам показала. И вот эта вот часть, которая с вашей стороны справа, она должна быть с изнанки. Ну, когда ты вяжешь по кругу, ты об этом как-то забываешь, и все на автомате соединяешь петли, да, соединяешь круг вязания, начинаешь вязать, и ты понимаешь, что вот это вот, что должно быть с изнанки, у тебя на лице. Как это исправить? Я это исправила таким образом, что на втором ряду, хотя нужно было это сделать еще с самого начала, я начала вязать в обратную сторону, и у меня изнанка превратилась в лицо. То есть, ну, все поменялось как надо. Вот. Когда я сделала это на втором ряду, здесь немножко видно просвет, но его будет не видно, если вы свяжете с самого первого ряда на обраточку. А если вы вдруг, там действительно какая-то дырочка, ну, в крайнем случае, можно хвостиком там заделать. Это если вдруг вы начали уже неправильно вязать и не хотите перевязывать, как я. Хотя тут, в принципе, можно было распустить. Я ленивая в этом вопросе. Кстати, я вяжу это мужу. Я хочу связать из остатков пряжи, о которых мы еще с вами сегодня поговорим. Это у меня Каризма. Два разных вида спиц. Ну, размер одинаковый, четверка. Это у меня какие-то пустышки. Пустышки в плане пустые внутри. А это такие, не знаю, что это за сталь, никелированные. Нет, не знаю. Они тяжелые, но ими вязать намного хуже, чем вот этими. Вот эта сталь. Мне нравится больше, чем эта. Это какая-то матовая, еще очень неприятно ей вязать. Она как-то между собой неприятно шебуршит. Я такое не люблю. И у меня будет, значит, я буду вязать такой цвет, и, возможно, добавлю вот этот цвет. Посмотрим. Это будет не жаккард, это будет что-то, полоска там. В общем, импровизация полная. Дальше, что я вяжу? Я вяжу вот такой double head. Я вяжу по мастер-классу Лены Котиковой, которую я уже упомянывала в этом видео. И обязательно поставлю ссылочку на ее канал. У нее очень много полезного. Если кто ее вдруг еще не знает. Потому что девочка Лена, она не только вязальщица, она и очень веселая девчонка. Вот. Ее мастер-классы и видосы вообще мне очень нравятся. Это будет двойная шапка. Будет. Она уже почти довязана. Это я вяжу из флоры.
Значит, кто еще вдруг не знает, что такое флора, это у нас пряжа от Drops. 50 граммах 210 метров, это, в принципе, носочная... Нет, она не носочная пряжа, потому что носочная подразумевает какую-то синтетику в составе. Здесь все натуральное. Шерсть и альпака. Но опять же, чего, вы все уже все знаете. Все, взяла на дополнительную ниточку, набрала петли, те, что мне... Количество, которое мне нужно было. И начала вязать... шапку вверх, связав до макушки, все закрыла, тра-та-та. Потом я поняла, что она у меня коротковатая получается, и решила довязать полностью весь моток. От мотка у меня осталось, сейчас, к сожалению, не покажу, наверное, сколько у меня осталось, но там мотки еще остались. Я хотела довязать полностью весь моток, но тогда бы шапка получилась очень бы длинная, скорее всего, вот примерно... посюдова. Вот, и, ну, сами понимаете, это что-то как-то вот это вот висеть будет. Я не очень так люблю висеть, должно, но не настолько. И я, как видите, здесь, возможно, вы видите здесь полосочка идет, то есть это были набраны петли на дополнительную нить. И вот дальше я стала продолжать, ну, провязала буквально сантиметра 2,5-3. Да, сколько-то там. Ну и все, и начала дальше вязать этот вот такой цвет. Все, все будет то же самое. Довяжу, закрою 4 клина у меня будет, постираю, надеюсь, что петли разровняются. В общем, надежды наши все. Все. Все, это вот такая шапочка. Ушло мне на одну на вот эту часть шапки меньше 50 граммов. Как-то так. Далее я вам покажу, на какой стадии у меня серый кашемировый свитер. Не смейтесь. Опять же, это у меня пробник, да? Это вот такой свитерок. Я уже разделила его на рукава. На эту дырку, которую я вам замусолила уже с лука зрения. В общем, я вам ее показываю каждый раз, когда показываю этот свитер. Это дырочка у меня от поворотных рядов. Не знаю, что с ней делать. Уже говорила о том, что если он мне хорошо сядет и все будет в нем прекрасно, я его перевязывать не буду, просто зашью эту дырку. Если же там, конечно же, будут косяки, то придется это. Он вот здесь, как видите, уходит убавки. То есть прибавки уходят как-то неровно, да, то есть идет сначала ровно, а потом как-то сильно расходится, да, правильно я вам показываю? Вот, это наполовине вот убавок я поняла, что вот этот узор стягивает сильно перед, и когда я его надевала, он, ну, в общем, ну, стягивал, что могу сказать. То есть я поняла, что нужно здесь сделать прибавки в каждом ряду. Не в через ряд, а в каждом ряду. Так и вышло, хотя вот если сейчас вдруг я его бы перевязала, то я бы начала бы делать прибавки в каждом ряду, начиная уже, ну, в каждом ряду именно вот здесь. Здесь у меня регланная линия, только вот здесь. Вот здесь только я делаю прибавки в каждом ряду, вот в узоре. Все, я правильно объяснила? Если кто чего не понял, вы пишите, я вам попробую написать и объяснить. Все, вот такой свитер, это у меня кашемировая пряжа, там что-то 30, кажется, кашемира, и что-то там вяжется. Не то чтобы нелегко, стопоришься, конечно, стопоришься на вот этом узоре. А так, в принципе, все это по кругу. Единственное, что я вот сейчас надела его, он такой, знаете, не оверсайз получается. Вот как сделать так, чтобы получился оверсайз? Вот это вот мне еще пока недостижимая наука. Я ее буду изучать. Потому что я вот так смотрю на девчонок, которые вяжут, у них так все, это как-то все быстренько получается, как-то все так легко, и как будто бы вот они даже и расчеты не делали. А я что-то вот все время думаю о том, что как это все сложно, и вот мои раздумья мне не дают начать, то есть я боюсь начать вязать то, что, собственно, не так уж и сложно.
Ужас какой-то. В общем, сегодня никогда не приступим мы ко второй части. Будет вторая часть. Может быть, будет вторая часть. Да, скорее всего, будет вторая часть. Так будет даже лучше. Еще я вяжу шапку из пряжи, которая называется Baby Merino. Она лохматится, она всегда будет лохматиться, и это вот свойство мериноса, наверное. У меня все мериносовые клубочки, вот эти, от Baby Merino Drops, они все у меня вот в таком состоянии, к сожалению. Вот, если они не просто стоят, а лежат где-нибудь в мешочке, в таком состоянии. Это Drops Baby Merino Mix, 50 грамма 175 метров, 3 миллиметра спицы. 100% шерсть, номер 22. Я вяжу в две нити, хочу связать просто шапку Бинни. И прошлый раз, я, кажется, вам говорила, да, в каком-то из видео, что поняла, как достичь того, чтобы шапка не закручивалась. Я стала вязать в обратном направлении, и в той шапке, которую я связала из пряжи Лэнг, там мериносовая шерсть с хлопком, кажется. И там это прокатило. Но здесь это не прокатило. Видите, мериносовая шерсть, это не прокатывает. Я надеюсь, что я ее заблокирую, и она даст форму ровную, да. Там просто там пряжа хлопок и меринос, и она, естественно, не эластичная, ничего, она такая. Кстати, мне не очень понравилось. И такая жестковатая, не теплая, на мой взгляд. Она на очень такую легкую весну, не холодную весну такую, без ветра. Чисто для красоты, наверное, надеть ее. Но здесь у меня прокатывает. Вот где я живу, мне достаточно этой шапки, она прекрасная. Но если нет ветра, да. Это, значит, двойная шапка, потому что в одну нить я начала вязать. Это нужно вязать не на тройке, а вообще, наверное, на полторашке, чтобы она была плотненькая, знаете, и как бы грела. Хотела, кстати, двойную сделать, в плане как вот этот double head, то есть в два слоя. Но у меня будет двойная в плане две нитки соединила. Вот. Это на это вот сколько тут сантиметров ушло? Один моток. И я подразумеваю, что второй моток, это будет же почти столько же сантиметров, это будет достаточно короткая шапочка, не сильно будет там особо свисать, скорее даже вообще не будет свисать. Вот, и дай бог, чтобы мне вообще хватило вот этой пряжи, вот этого клубочка, конкретно на вот одну эту шапку. Процесс пледа, который с этого Солизе, я вам показывать не буду, потому что он, в принципе, на той же стадии. Ну и начала я вот вязать шарф, мои вот эти шарфы, которые я вяжу английской ложной резинкой. Я так ее назвала, как она называется на самом деле, я не в курсе. Вяжу я из Флоры в две ниточки. Так, что еще я вам хочу показать? В принципе, я там еще купила кое-какие паттерны, да, у девчонок из Инстаграма, и что их показывать, в общем, ничего там интересного особо нету. Это, кстати, у Ани Handmade я купила свитер-лесник, паттерн свитер-лесника мужской, классный, и у Нитеры, у Татьяны, я купила, тоже все ссылки оставлю внизу, я купила у нее шапочку, шапочку Miu Head, такая кошачья шапочка с маленькими ушками. Она очень симпатичная, она не такая, на мой взгляд, как это сказать, не вычурная, как это сказать, в общем, симпатичная шапочка. Не буду сейчас думать, потому что когда на камеру начинаешь говорить, обязательно забываешь все, что хотел сказать. Да, и у девчонок сейчас ссылки на их паттерны в честь Нового года. В общем, берите, что хотите, если хотите. Ну, еще один процесс быстро покажу. Я вам показывала его в одном из видео. Это шарф палантин, который вяжется обычной лицевой гладью. Связан уже примерно метр. Вяжу я его из бобинной пряжи. Надеюсь, что этой пряжи мне хватит, потому что у меня ее не очень много.
Но надеюсь, на палантин этого будет достаточно, я всю извяжу, потому что вот такой пряжи у меня, кажется, еще есть, в смысле такого цвета похожего. Это просто такой широкий шарф хочу связать, ну как широкий, вот насколько я не поленилась набрать, настолько вот он получится широкий. Еще, конечно, я его заблокирую, растяну шире, вглубь, во что только не растяну, потому что хочется такой широкий. О, и, как видите, я уже связала достаточно много. Он у меня такой, я его вяжу, когда мне что, лень, вот что-то считать, вяжу. Дорожный такой процесс. И давайте я вам покажу еще мою любовь. И, наверное, любовь уже многих. Потому что когда-то я была любовь. Это вот эта книжечка. Моя любовь. Потом книжечка 260 узоров японских. Вот это была моя любовька. А теперь любовь моя это вот это. Вы поняли, да, что это за книжка? Это книжка Норагон. И только недавно я узнала, кстати, что эту книжку нельзя вам показывать ни на граммулечку. В общем, очень хочется вам что-нибудь показать. Ну, нельзя. Здесь что есть? Если кто-то еще не знает, вдруг... Я вам не открою эту ни Америку, ни ничего такого. Здесь узоры классные, раны, жгуты и косы, которые переплетаются во всевозможные варианты. Так, что еще здесь? Здесь готовые работы есть, естественно. Вы можете связать прям полностью от и до. И, естественно, эта книжка самая классная, что это она на русском. Кому-то, некоторым девчонкам не очень нравится вот как этот... Обложка, мне кажется, обложка нормальная. Я не держала в руках английский вариант, но обложка нормальная. Единственное, что я вот смотрю, здесь получается ровно идет бейка такая, из чего? Из лицевых, из чего? А здесь вот она уходит в кость. Ну, то есть можно было, да, постараться и для обложки сделать немножко поровнее, так скажем, эту тюжить, я не знаю, видно вам, да? Ну, у кого есть эта книжка, присмотритесь, тут вот кривовато. Конечно, может, я придираюсь, но можно было. И давайте открою наугад любую страницу и покажу. Одну страницу можешь показать? Все, пахнет она просто безумно приятно. Печатный вариант я обожаю. Я ее просмотрела всю, но еще не читала. Там, кстати, есть о чем почитать. Да, еще я покупала в Испании, когда была, покупала вот такие бобинки пряжи. И, к сожалению, не могу вам показать. Я связала небольшой чехол на офисный стул, который у нас. Ну, на нем сейчас лежит моя кошка, и она спит. И если я ее сейчас потревожу, не хочу, в общем-то, ее тревожить, пусть спит. Вот, пряжа такая трикотажная, она такая какая-то интересная, не знаю, что это было, из чего они делают, специально они делают такие нитки, или они режут какую-то футболки, глупо, конечно, вот посмотрите. Она такая, с одной стороны ворсистая, на другой стороне она такая... меланжевая. В общем, мне она очень понравилась, и у нас там затерся стул у мужа, стул офисный, но он никак не хочет с ним расставаться, как бы я, вернее, его не просила, он уже, ну, недостойно, ведь он весь сам стул, он в отличном состоянии в плане функциональности, в плане там ножки все живые, все живое. Но вот сама кожа немножко подтерлась. И это выглядит не очень эстетично. И я связала ему вот такой вот чехол. Девочки, ну чехол обыкновенный. Столбики с чем там, с накидами или без накидов? Столбики с чем-то. Вот как мне понравилось, так я делала. А уже не помню, как это все называется. Это как-то ведь называется, какие-то столбики. Вот. Фух, в общем, да, ну все, получился обыкновенный такой квадрат. Еще единственное, к нему нужно сделать такие как бы то ли резинки, то ли что, чтобы закрепить, потому что он немножко как бы отходит. И это были все мои процессы, это были все мои готовые работы. Надеюсь, в следующем году я обязательно вам покажу, что я связала. Ну, в общем-то, это логично, я вам и так собиралась это сделать. Девчонки, ну, а теперь пришло время второй части этого видео. Я хочу вам рассказать о
где мой блокнот, где моя подсказка, иначе без нее я никуда. Сейчас хочу вам рассказать, что делать из образцов, что делать из остатков пряжи. Я думаю, что многие из вас уже знают, чего там, чего с ними делать, но постоянно как-то возникают вопросы, постоянно накапливаются эта пряжа, и ты не знаешь, что с ней делать. Я вот несколько лет, даже не дней, но, в общем, какое-то количество времени я собирала материал и хочу с вами поделиться. Если вдруг вы знаете об всех этих способах, и у вас есть что сказать, обязательно пишите в комментариях. Если же вы о каком-то способе не знали, и вам этот способ понравился, тоже пишите в комментариях, что и какой способ именно вам понравился. Если же вы считаете, что все эти способы глупы и бесполезны, то можете оставить это при себе, потому что нам это не будет интересно. Так, что мы можем сделать из образцов? Вот мы навязали с вами кучу образцов, которых у меня нет при себе, к сожалению. Но говорю сразу, что многие вяжут, вернее, кто-то вяжет образцы большие, там с аранами, какими-то косами пробуют. Кто-то вяжет образцы вот такие, кто-то вяжет такие. В общем, в любом случае, любой из образцов можно применить. Каким образом? Я тут для себя выявила, что образцы можно собрать в плед. Как ни крути. И бывают образцы более-менее похожие размером, какие-то образцы бывают более или менее похожие фактурой, и даже несмотря на то, что если там вот это у вас кусочек хлопка или кусочек шерсти, вы это соедините, и у вас получится симпатично, это даже не важно, потому что мне кажется, что главное даже не функциональность этого пледа, а больше, наверное, красота. Несмотря на то, что это будут разноцветные какие-то образцы, вы можете подобрать более или менее подходящие по оттенку, более-менее подходящие к цветовой там гамме, там зеленый, там, например, с желтым как-то соединяются. Я этого всего не знаю, как это все происходит, но это можно погуглить и посмотреть, например, когда мне нужно было узнать, какой цвет охра, какой цвет к ней подходит, я посмотрела, и там очень красивый глубокий синий там подходит. Не глубокий синий, в общем, как-то он называется, океан, неважно. Ну, вы поняли, да, саму суть. Так, вы можете из остатков пряжи, вот у вас остался небольшой клубок такого размера, вы взяли и специально связали из него симпатичный образец с каким-то там маленьким узором, например, вот. Потом, если у вас еще есть такой клубок, но другого цвета, и вы тоже не знаете, что с ним делать, связали еще один образец, и это уже будет у вас дополнение, там, еще один кусочек к вашему пледу. И так вы насобираете элементов, вот вы не будете вязать их специально, да, и специальные такие из элементов пледы, вы их специально вяжете, вот. А так вы просто будете утилизировать эти клубочки, и, собственно, у вас получится очень оригинальная, ни на что не похожая вещь, в конце концов. И есть же девушки, у которых пряжа более или менее там постельных тонов, преимущественно, да, у кого-то там, если это разноцветное, то можно ребенку плед такой сформировать. Несмотря на то, что это будет вот таким образом все выглядеть, да, здесь будет там вот такой, например, образец, пусть он будет кривенький, пусть он будет косенький, но в конце концов вы там потом можете сделать какую-то обейку уже тоже из, опять же, таких остатков, и, в общем-то, сделать симпатичный плед. Пусть это будет плед машину, пусть это будет плед декором, на диван, на куда угодно, либо вы можете связать из них чехлы для подушек.
Не знаю, мне кажется, это симпатичный вариант. Я вам сейчас покажу, я вот тут раздобыла в книжке фотографию примерно такого вот пледа. Да, здесь одинаковые, получается, узоры одинакового размера, но это же специальный плед, а мы с вами вяжем оригинальный плед. И потом еще где я видела... Видите, да, здесь совсем разные цвета и более-менее подходящие друг к другу, мне кажется. Потом еще вот здесь плед я увидела один, похожий, вот такой. Вот такой симпатичный плед. Здесь тоже разные араны, разные узоры, и все это связано, ну, может быть, и не из остатков пряжи, но, во всяком случае... Мы можем связать, чуть-чуть поменьше сделать такой плед. Я вот на самом деле все это в теории, да, говорю, я еще этого не делаю сама, но у меня образцы собираются, образцы готовятся стать пледом. Ну и что? И вот еще такой плед я нашла, который, собственно говоря, мне кажется, связан из остатков. Это уже крючком. Вот, вы просто... Просто делаете мотивы, которые потом соединяете в общее полотно. Здесь, как видите, цвета абсолютно разные. Тем не менее, он такой какой-то хороший получился, мне кажется, да? И вот здесь такая схематично, да, изображено. И схема самих элементов. Мне кажется, очень симпатично. Еще один плед, кстати... Вот бабушкины квадраты вы можете добавлять. Извязался у вас целый клубочек на... ну, вот такой. Вот такой маленький клубочек извязался. Хоп, пошли другим вязать. И вообще, можно собрать все клубочки, которые у вас остались. Примерно посмотреть, какого у вас оттенка преобладает, да. Какой оттенок, какого оттенка больше, какого меньше, там. В общем... варьировать цвета, и мне кажется, получится, я же говорю, очень симпатичная вещь. Мне, во всяком случае, нравится. Вот здесь есть, я забыла, как эта техника называется, вот такой плед есть. Ну, тут, опять же, здесь подобраны, да, цвета. Это когда ты вяжешь маленький квадратик, потом, не знаю, с какой стороны, по-моему, сверху, набираешь просто петли, по кромке, вяжешь другой квадратик, потом с какой-то из кромок, из какого-то края ты опять набираешь петли, и эти квадратики можно сделать абсолютно разными, и это будет уже, вы будете вязать оконченное полотно, у вас в итоге получится законченное, то есть вам не нужно потом что-то будет соединять, максимум там эти хвостики спрятать, все. Вот такое я придумала решение. Хотя, возможно, его уже кто-то до меня придумал. Дальше. Что еще я бы хотела посоветовать сделать с образцами? Не с такими, а такими, которые связаны араном или красивой косой. А то и вообще сделать специальный такой образец. Например, осталось у вас, опять же, показывают маленький клубочек. Но осталось у вас чуть больше, чем маленький клубочек. И вы не знаете, куда его применить. На шапку, например, мало. Там что-то там... На детскую вещь тоже мало, на игрушку много, потому что останется еще маленький кусочек. Вы можете связать очень красивый узор из какого-нибудь арана, из каких-нибудь кос, в общем, да, раппорт одного узора, и вставить его в рамку. И я видела в Инстаграме, мне кажется, я видела у Вали Суходол... У нее на стене было несколько таких красивых, красивых рамки, три, наверное, или что, они были такие разного размера, но сочетались между собой. И там были очень красивые узоры, они были вставлены в рамку, вот представьте. Это смотрелось так симпатично, так красиво,
И я взяла это на вооружение, обязательно такое сделаю, обязательно. Вот. Это все я пока в теории вам рассказываю, потому что, возможно, вы что-то предложите в комментариях, что вы делаете с образцов и с остатками пряжи. Возможно, я применю ваш вариант. Да, это не секрет, что можно сделать игрушки. Игрушки на елку. Тот же самого гнома, которого мы вязали. И мне понравилось очень его вязать, но опять же повторюсь, что это для меня мелко все. Детям игрушки на елку, там эти же снежинки светлых каких-то тонов. Возможно, у вас елка там не белая, какая-нибудь красная или там зелено-розовая, там, ну, в общем, любого оттенка вы можете взять остаточек и связать красивую снежинку, что я в следующем году обязательно сделаю, потому что в этом году, естественно, у меня времени не хватало делать игрушки. Я и так вышивала игрушки, и все-таки их не довышивала, и, скорее всего, на елку я их в этом году не повешу. Ну, зато я сделала скатерть, о которой я вам еще не рассказала, но не знаю, покажу или нет, она недостойна особо, чтобы они рассказывали. Но это, в принципе, все, что я пока придумала, что можно сделать из образцов. В основном это вот рамка, пледы. Еще у меня это была такая, как это сказать, идея, так, не знаю, может быть, она совсем неприменима. Из маленьких образцов, если у вас совсем чуть-чуть осталось, делать бирку на какую-то вещь, если вы продаете вещь, например. И, ну, это такая идея, знаете, она еще в таком черновом варианте. Например, вот такого размера, да, и на ней вышить свои инициалы, не знаю, которые можно потом снять, или вот она даже в таком виде, вот как-то узелком там, вы связали шапку кому-то, да, и к ней, не к ней прицепили, к самой шапке, а когда вы ее упаковали, кто-то в виде снежинок делает, да, красивый такой крючком, такой декор, да, когда ты оформляешь кому-то подарок, это может быть на продажу какие-то вязаные вещи, вы их оформляете как-то же, да, вот. У кого-то уже есть свои бирки, я понимаю, это прекрасно, но вдруг вам, например, нет возможности делать своих бирок. У меня нет, например, своих собственных бирок, да и, в общем-то, пока мне они не нужны. У меня есть там кое-какие бирки, которые, в принципе, можно нашить на вязаную вещь. Но вот эту бирку вы можете использовать как декор. Опять же, что-то вышить, там, хендмейд, там, написать какое-то сердечко, вышью там что-нибудь, там. Не вышью, а желаю тебе вышью. Вот, my English is very bad. Вот такая еще. Это у меня прям только что возникла такая, когда я посмотрела на этот кусочек, возникла у меня такая идея. Дальше, девочки, из остатков пряжи. Остатки пряжи бывают совершенно разные. Из крупных остатков вы можете связать носки. Из мелких остатков вы можете сделать помпоны, например, помпоны, которые используются для шапок, но мы их будем использовать с вами, например, сделаем коврик, можем сделать коврик. Вот эта идея у меня практически завершена. Я когда-то увидела такую фотографию, не помню где, на просторах интернета, как всегда, и там был такой коврик из помпонов, и я загорелась этой идеей, все, я тогда еще не вязала так плотно, как сейчас, и я покупала пряжу типа плюшевой такой, знаете, как для деток бывает такая, и я, конечно, пожалела о том, что я купила конкретно эту пряжу, потому что когда ее разрезаешь и делаешь из нее помпоны, она сыпется. Вот, и у меня этих помпонов достаточно для того, чтобы уже сделать коврик. У меня есть основание для коврика, и просто нужно соединить их. Но когда они у меня начали вот это вот сыпаться, они крепкие, держатся примерно вот такого размера, но они чуть сыпятся, и я такая их сложила в пакет и забыла про них. Им тоже миллион лет уже в обед будет, но я все-таки должна эту идею добить, и куда этот коврик я постелю, не знаю, но я вам обязательно его покажу, когда сделаю, потому что эта идея, мне кажется, очень симпатичная. Это коврик для ванны, это коврик для деток, это коврик можно сделать там в туалет, не знаю, на кухню, у кого как, потому что у меня на кухне не постелишь, в туалет у меня не постелишь, потому что у меня дверь открывается внутрь, и все коврики у меня
съезжают. То же самое в ванной тоже у меня как раз так ванна открывается, что все коврики не влазят. Дальше. Так, помпон еще можно сделать небольшого варианта. Это будет как гирлянда на елку. Это будет как декор. Например, у вас какой-то день рождения, у вас какой-то праздник, где требуется очень много всяких украшений. И вы эти гирляндочки делаете, ну, не только для Нового года, не только для елки, а вот для украшений. Что еще? Шарфы в полоску. Я вам обязательно вставлю фотографию. Я увидела такой шикарный шарф. Он сделан был в полоску, но он очень хорошо смотрелся. Причем, мне кажется, шарфы в полоску, они всегда будут в моде. Ну, не то, что в моде, они всегда актуальны. Они всегда дополняют какой-то твой образ или освежают, или вносят какую-то яркую краску. У вас там черное пальто, например, а у вас там цветной шарф. И это всегда, мне кажется, актуально будет и симпатично смотреться. И тоже, полоску тоже же можно разную подобрать, сами понимаете. Можно подобрать вырви глаз, кому нравится, а можно сделать в пастельных тонах. Это мы утилизируем с вами остатки пряжи. Потом я видела симпатичные разноцветные свитера, тоже это зависит от того, сколько у вас осталось пряжи. Сейчас вам покажу фотографию. Там несколько видов пряжи задействовано. Единственное, что наперед спинку... Тут использовано достаточно много пряжи. Вот такой свитер. Да, я вам показывала его когда-то, когда эту верену вам листала. И, как видите, здесь впереди полотно. Кстати, впереди можно сделать такой цвет, например. А сзади-то можно сделать и один из других цветов. Правильно? Допустим, у вас остается один клубок, который, ну, тоже не всегда на шапку подходит, не всегда на носки можно использовать. Вот вы связали... Хотя тут, наверное, одного клубка не хватит. Ну, полтора клубка, например, тоже бывают остатки такие, которые жалко, которые никуда не используешь. Ну, если вы с полтора мотка можете связать шапку, и она вам нужна, то, естественно, вяжите то, что вам нужно больше. Но если же вам не нужны шапки, как мне уже надоели эти шапки, я уже не знаю, мне кажется, под любой образ есть шапка. Вот. То можно связать вот перед такой, спинка такая, другая, например. И, как видите, здесь много разных, не много разных цветов, но есть цвета, которые, по-моему, симпатично сочетаются, так? И вот еще такое платье. Здесь, как видите, перед связан из достаточно большого количества пряжи, но, опять же, декор из вот мелких, да, малого количества пряжи, и, как видите, разный такой, симпатично выглядит. Мне этот вариант понравился. Опять же, вы можете на лапопейсу применить свои остатки пряжи. А еще я тут нашла в книжке, у меня есть такая книга, я вам ее не показывала, по-моему, ни разу. Я сняла видео о своих книгах, и там я ее упоминаю, но вы не видели это видео. Я думаю, что не стоит его вам показывать, потому что все книги, которые у меня есть, вы видели уже на YouTube 100 миллионов раз, а те, которые, может быть, вы не видели, может быть, они вам и не нужны, вы их никогда не купите. И я не думаю, что вам будет полезно это видео. Но у меня есть такая книжка, вот такая вот. Она аналог книжки. Если я не ошибаюсь, я подпишу, но скажу сейчас, что мне кажется, это аналог книжки, самая лучшая книжка о вязании или что-то, энциклопедия, что-то в этом роде. И, ну, это французский вариант, я купила очень давно. Здесь просто книга, сейчас парочку страниц вам открою, вы поймете, наверное, если у кого есть эта книга, поймете, что это за книга. Даже говорю, там есть аналогичная русская книга, но когда я уже поняла, что есть такая русская книга, то я не... Ну, зачем две книги, да, одинаково покупать? Это на французском. Ну, например, вот. Например, вот. Вот. Кто это, тот узнает, да, эту книжку. Не знаю, что я там открыла, но вот. Узоры такие тут есть. Она очень тяжелая. Мне она понравилась тем, что здесь картинки, которые понятны достаточно, если даже не знаешь языка. И тут я нашла такой вариант, оригинальный.
куда девать свои остатки пряжи. Посмотрите на вот это полотно. И посмотрите вот на клубок, который скручен. Есть люди, которым это нравится. То есть это берется клубок небольшой, соединяется с другим клубком, просто узелком. Соединяется с третьим, с пятым, с десятым, и ты вяжешь полотно. Здесь, я смотрю, эти узелки достаточно частые, и, скорее всего, здесь от 30 до 60 сантиметров эти узелки. Вернее, длина нити, от 30 до 60 сантиметров. Вы соединяете эти 30-60 сантиметров. Это, конечно, мне кажется, накладно делать, но это, опять же, утилизация. Опять же, здесь классно подобраны нитки, да? Неизвестно, как у нас они бы подобрались, но опять же, можно сделать, мне кажется, плед был бы классный, чехол на подушку был бы классный, даже детям какой-то, не знаю, что-то, вот коврик какой-то тоже, мне кажется, тоже классно. Вот эта идея мне очень понравилась, но это уж совсем, если вы уж хотите все утилизировать, потому что некоторые дамочки выбрасывают пряжу, мне кажется, я не из тех дамочек, которые могут выбрасывать пряжу, я никогда бы этого не сделала. В общем-то, все, ну, детские вещи, понятно, да, тоже можно вязать, естественно, какие хочешь цвета. Хочешь разноцветные, хочешь однотонные, с какими-то элементами. И опять же применять эти кусочки пряжи. Этот клубок у меня сегодня очень популярен, потому что других я не вижу. А у меня, кстати, все мои клубочки собраны, в принципе, в одном месте почти. Что я вам вру? Нет, они не собраны. Есть у меня там просто один пакетик, который немного остатков пряжи, но в основном они у меня... очень в разных местах находится. Ну что, девчонки, вроде бы все я вам рассказала по поводу остатков пряжи, по поводу этих образцов. Если у вас есть какие-то интересные варианты, которые я не озвучила, скорее всего, они у вас есть, обязательно пишите в комментариях, потому что мне тоже очень интересно. Эта тема такая животрепещущая, и девчонки, которые вот такие жадные до пряжи, как я, например, я огорчаюсь, когда остается вот такой маленький клубочек, что с ним делать, выбросить жалко, я не выбрасываю пряжу, это для меня кощунство какое-то выбросить пряжу. По-моему, я вам все рассказала, в общем... Вариант с рамками, это мне кажется, даже классный подарок будет кому-то из вязальщиц, ну там, подружка вязальщица, ты вязальщица, и, в общем, что друг другу дарить, кроме пряжи. Вот такой подарок был бы очень классный. Я думаю, что до Нового года еще 2 дня, не знаю, это видео должно выйти завтра, послезавтра. В принципе, есть время еще сделать такой подарок, и если вам эта идея понравилась, обязательно делайте и пишите там под видео, что вас интересует и что вы делаете из остатков пряжи. Все. А я с вами на сегодня прощаюсь. Еще раз поздравляю вас с Новым годом, с наступающим, вернее, Новым годом. И пусть ваши желания исполняются. Я этого искренне вам желаю. И встретимся в следующем году. Пока! Thank you.